Самые главные новости. Более 70 человек отравилось в Иркутске. Сейчас я скажу, чем. Концентрат для ванн под названием «Боярышник». Очевидно, что с этим надо бороться, и с этим будут бороться. У меня вопрос в другом. Можно как-то российскому человеку объяснить, что пить отраву – убивать себя? Или это объяснить совершенно невозможно? Кому объяснять-то? Объяснить можно. И он даже будет делать вид, что он слушает. Тут же дело в другом, как мне кажется, совсем в другом. Это появилось вместе с кризисом. Они бы пили водку, но, видимо, нет денег. Когда человек чувствует, что у него нет денег, его тянет выпить. Потому что эта новость очень скверная. Надо как-то такую новость, я бы даже сказал, под наркозом. Обезболивающее надо что-то принять. Он принимает. Немножко веселее становится. Он не знал, что это пить нельзя. Мыть ванную можно, а пить нельзя. Я бы... Что бы я сделал? Один из островов Курильских продал бы японцам за дикие деньги, чтобы люди хотя бы имели деньги на водку. Мне эта мысль давно